Друзья, всем привет! Мы на канале Сельчанки. Мы в Костка. И хлопцы уже захотели кушать, купили горячую пиццу. И вот сидят. Ездили мы сегодня. Сегодня они в школу не пошли, потому что нужно делать документы, подавать на Social Security такую карточку, то нужно, чтобы были дети. Да, и мы скупились продуктами. Вот две тележки, два ящика, две тележки, да. И сейчас уже еще ждем. Здесь тоже Наташа с Володей, друзья наши. Они тоже покупают продукты, то нужно. У них как бы еще Костка карточки нету, потому что нужно делать, чтобы кредитная история была, все такое. Ну, можно попробовать. То я протяну им, и они уже как бы пропуск такой. Ну, вы поняли, я думаю. Так что сегодня целый день мы по всяким конторам ездили. Так что все делали то туда, то на Мичиган, то... Да, устали уже. И еще не сделали, еще будем ехать на подавать на документы Social Security. Муж не... До 5 часов будем. Да, до 5 часов. Муж Оксаны не захотел пиццу, потому что сейчас будут спрашивать, а почему ему не купили? Он не захотел. Так что вот так. Вот наши ребятишки уже поели. А я иду посмотреть, друзья, хочу здесь подарки. Подарки на Рождество. А здесь вижу какие-то, может быть, уже есть штаны и куртки. Но только жакет пишется. А так нету. Я не смотрела. Так, такие игрушечки мягкие. $21. Есть такие большие подушечки, а это маленькие. Так, мне все как бы нужно для мальчиков. Ну и для Тани тоже нужно. Ну, уже куклы. Она большая, она куклы. И у меня у Марики тоже день рождения, друзья, 26 декабря. У нее полная кровать вот таких игрушек. Скоро уже на пол будет ложить. Так. Это робот такой. $30 трансформер. Лего есть. Покемоны делать. Ну, это конструктор, не Лего. $30. Это, наверное, нужно будет купить Давиду. Он любит пазлы эти складывать. Только нету стола, разве что на бильярдном. Домик для Барби $150. Был 189, сейчас $40 скидка. Вот. Ой, с какими гирляндами. Какие шторки. Вот такую игрушку не видела. Есть, но такую большую не видела. Так, это рисовать. Картинки. Вот такие браслетики вязать, видите, тоже хорошие для девочки, $23. Классный подарочек вот такой. Такой магнит, $38. Конструктор такой на магниту. Ну, Рома говорил, что у него такой был, то я думаю, не будет интересно. Так. Лего, вот такая машина, $37 складывать. Есть Лего городок вот такой, 79. Такой 79, но 20 скидки, был 100. $82, вот джипары классные. Если бы дешевле, так не нужно. Ух, какой классный. Поменьше полицейский, $17.
полицейский патруль. Ух ты, $20, было 27, сейчас 7 скидки за 4 таких классных мотика. Маленькие. Это что за Honda здесь такая у нас? А, эти мотики. Мотоциклы. Есть еще Лего. И есть Лего мотоцикл складывать. Не знаю, сколько он. Тоже Лего машинки вот складывать. $50. Вот это классный стол. В хоккей играть. Ну, для стирки классный стол, да? Там, где у меня бильярд, я там стирку очень классно складываю. Ух, какой велосипед. 1150. $300 скидки. Электрик байк. Такой $500. Елочки. Игрушки и все такое. Так, кажется, с игрушек все, да. А здесь уже идут как бы на Рождество вот такие всякие гномы. Вот моя красота. Это мне очень нравится. Не знаю, они такие симпатюльки. Вы только посмотрите. Какая красота. $38. Так, там есть поезд, вот. Но я не вижу, где он, чтобы цену посмотреть. Уже рождественские песни у нас на целый магазин. Вот тоже классное такое, настоящее. $100. Из вечки. Мягкая. Даже жаль, на пол его. На кровать лишь. Коврики такие. Светлые, красивые. $170. 79. 179. Так, и шла игрушки посмотреть. И уже сразу все. Потому что брали продукты, и я по этим рядам не прошлась. Такие покрывала тоже можно на подарки взять. $69. Так, наша машина вот там. Все, друзья, скупились мы. А? Да, да, окей. Да, друзьям нужно. Так, где Рома? А, смотрите, как побежал. Машина. Рома, осторожно, машины. Йогуртов набрал себе. Что еще? Да всего. Вкусняшек всяких. Да, Рома хозяйский парень. Мясо в тележку тянет. Молодец. Ну, уже немножко у нас похолодало сегодня. Кажется, будет снег. Хлопцы от Марики не отходят. Дружбаны. Дружат.